далекого мира прилетели к нам на эту планету и остались здесь в более обстоятельствах. А потом уже родились наши предки, потом мы. Понимаете? Да, я даже слышала эту теорию, по-моему, это какой-то абсурд. Нет же, это не абсурд. Это имеет значение. Понимаете, где-то это главное. Мы мучимся над какими-то мелкими, никому не нужны проблемы. Мы тратим свои мысли и чувства впусту. Мы от рождения смотрим себе только под ноги. Ну, помните, как с детства нас учили? Смотри, не упади, смотри себе под ноги. Мы умираем, так и не поняв, кто мы и зачем мы здесь. А между тем, где-то далеко есть огромный, далекий мир, где живут такие же люди, как мы, только они дома и счастливы. Мне даже кажется, что они иногда думают, Гимус. Очень жаль. Скажите, у вас возникло такое чувство, что кто-то вас жалеет и ждет? Почему нам с детства снится чувство полета, а к старости мы падаем, стремительно падаем вниз в это ужасное чувство? Но вам оно, очевидно, еще не снилось. Почему нам снится во снах удивительные ландшафты, строения, знакомые нам от чего-то, но которые никогда не видели на его? Мы выбираем десятки раз за многих других людей. Скажите, что это? Разве это фантазия? Но они больше, чем целая жизнь. Зачем? Зачем мы убиваем это? Ведь ради чего-то они у нас живут. Посмотрите на людей. Но разве стали бы они обижать друг друга, мучить, если бы знали об этом, если бы знали, что они единое целое, если бы они помнили, что у них такая короткая жизнь, если бы могли угадать свое желание увидеть тот далекий мир. Ведь все наши несчастья, они кратковременны. Наши дети, внуки, правнуки, я уверен, они отбросят семью. Они будут любить друг друга. Все? Все. А своим детям они будут говорить, не смотри Богу, подними голову. Саша, я много работал. У меня есть трудная теория. Я утверждаю, что вот именно от этого происходит вся наша болезнь. Душевная? Замечайте, что человек болеет постоянно. От рождения до смерти. Болезни чередуются, приходят, уходят. Как-то неестественно.
крокодил или муравей. Здесь же с нами живет, но он подвержен таким страхам, таким бесконечным болезням. Я систематически наблюдал эти моменты. Я вам скажу, мне кажется, я нашел ключ. Ключ к разгадке самой страшной болезни. Я нашел лишь.